понятно, что у них смотреть-то на эти индикаторы выше. Разве я не прав? Просто в том, что я никак не могу вот здесь кнопочки выстроить. Без спойлеров проходите, а как же иначе? Так, 10 тысяч один раз. Интересно. Кур, говорит. Не будет тебе кур никаких. Забавно, иногда они говорят кур, иногда нет. Нужно понять, когда как. Сейчас он говорит кур. Может быть, действительно это кур, это есть подсказка какая-то? Мифическое курлыканье. Так. Какая разница, в каком порядке лампочки, главная сумма же. Да это понятно. Вопрос в том, что мне, чтобы оставить вот здесь одну лампочку, мне нужно, чтобы вот здесь горели лампочки. Тогда я смогу, если я не ошибаюсь, развернуть колеса таким образом, что вот здесь останется всего одна вот здесь. Если я правильно понимаю, конечно. Вот. Видите, а вы говорите. Все, Серж правильно делал. I'll leave it like this for now. Maybe this helps. Тогда прав же. Ну а вы что думаете? Ну и все-таки не совсем же Серж. Не совсем же Серж безнадежный. I like how it's all relaxed now. Так, теперь КТ расслаблено. Пора отправлять посылочку. I've got these gift vouchers for... Gift one. Так. Легкая гиря полетела. КТ перенаклеился. И вперед. Postage being scanned. Error. Error. Postage paid is three times as much as it should be. Packages of postage level 3 are not suitable for the transport of small goods. Padding with bubble wrap initiated. Pop, 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 pop. Oh, 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 yeah. One heavy package is being dispatched. Pigeon from large pigeonhole is being dispatched. Отправился, еще подморгнул нам так. Ну-ка, и что с тобой будет теперь? Страшно представить. Упал прямо тут. Упал с огромным количеством пузырчатого полиэтилена. А вот где гиль, не совсем понятно. Пап. Пап? Пап. Ха-ха-ха. А, bubble wrap. Who doesn't like that? Продолжаем дразнить робота. Pop, 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 pop. Oh, 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 yeah. Кажется... Error. Кажется, робот начал кайфовать. Is something wrong? Shall I leave you alone? Pop, 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 pop. Oh, 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 yeah. Whatever you say. Так. Теперь, я полагаю, когда мы вернемся... Oh well, now he's finally blown his last fuse, which was to be expected. Теперь, когда мы вернемся, полагаю. Да, этому парню уже ничего не нужно. Я понимаю его. Так, кто-то проверяет из бумаги, написал на нем цифры. Так что робот, наверное, и правда жутко скучал. Кодовый замок, а что давайте за цифры глянем? Так, один. 3, 2, 3. Шикарненько. Кодовый замок. 1, 3, 2,
Три. Да ладно, как, ну, какая может быть ошибка? Один, три, два, три. Нет никаких ошибок. Хотя, возможно, здесь как были какие-то цифры на их местах. Ну да ладно. Так, что мы еще можем здесь поделать? Так, мы можем открыть вот эту дверь с запасными котами. О боже, запасной кот. The spare hatch of replacement cats is padded with replacement cats spare hatch padding mattresses. Полно ковров для запасных котов. Так, итого мы взяли два кота. Одного на сейчас, одного на чёртов день. Да, ужасно, что он с ними сделает. Так, всё не так просто. Говорят, думай вне инвентаря. Возможно, не зря стоят вот эти вот ящички здесь с номерками. И что-то нужно сделать с ними. Так, пробел. Один пробел, три пробел, два пробел, три. Так, пробел. Пробел один, вернее. Пробел три. Пробел 2. Пробел 3. А здесь вообще нет ни одной тройки. А, нет, 3 пробел. Все равно ничего не получается. Да. Какая-то жесть. Но на самом деле я думаю, что эту загадку мы все-таки оставим уже на другой раз. Ибо действительно нужно потихоньку отправляться спать. Вам. А мне, соответственно, обедать. Боже мой, наверное, уже. Да, уже половина четвертого. А я до сих пор ничего. Не кушал. Листочек с дырками наклеен над цифрой. И каждая дырка пронумерована. Звучит странно. Так, ну шикарно. То есть это вы мне сейчас спойлер дали какой-то? Или нет? Так. Или нет? Это что такое? Это отказ, понятно. Ребят, не подсказывайте. Не подсказывайте, я не хочу пробовать ваши варианты, потому что пока не найду логический способ решить эту задачу, я все равно не хочу ее проходить. Прогуглить в Википедии в какой-нибудь или на каком-нибудь сайте прохождения этот самый код не составит большого труда. Ну или посмотреть что-нибудь. Вот, но это же неинтересно. Вы со мной согласны? Надеюсь, что да. Так, а где ты живешь? Я живу в Калифорнии. По крайней мере, так было, когда я проснулся. Два запасных кота. А зачем нужны запасные коты? Зачем нужны запасные коты? Ладно, в любом случае, это мы разрешим в следующий раз. На сегодня я с вами попрощаюсь. Скажу всем спасибо за просмотр. Еще раз попрошу, ребят, не спойлерить. Я, к счастью, пока не понял с чата разгадку этой загадки. Мне придется подумать над этим завтра. Но сейчас и на будущее попрошу не спойлерить ответы. Иначе будет просто неинтересно ни мне, ни вам смотреть. Потому что посмотреть, как я пройду игру по прохождению, ни у кого не должно вызывать желание. Ну да ладно. Увидимся с вами на самом деле сегодня еще раз. Я вечерком планирую стрим по Альфа Центавре. Своим вечерком, соответственно, вашим утром. Вот, если вас интересует эта игра, то, пожалуйста, приходите еще. А пока, я говорю всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Если вам понравилось, то приходите еще. Буду рад. А пока, всем пока. Спокойной ночи, кто спит. Удачной ночи тем, кто остается бодрствовать. До новых встреч.